И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Ты факел там зажёг, да? Ну хорошо. Жмурики. Жмурики. Что это? Дети или что это? Похоже на то. Блин, я буду ждать целую вечность. Лут, говоришь? Давно пипи не слышал уже. А где я? В плане лут? У тебя что ли? Пулемет ржавый. Большого калибра. А ты прыгать не? Понятно. Так, где лут-то, блин? Где-то что-то пищит, а где? Вот здесь, да? Это баллон. Это не лут. Внутри, что ли, этого? Да можно мне немножко пройду? Пойдем к гермоворотам. Там должен быть переход на соседнюю станцию. Должен быть, но я тут что-то где-то пищит. А я нифига найти не могу. Тише. Вот, еще раз. Какого черта? В смысле, я ж как будто бы его вроде бы нормально все. Автомат пока возьму, там больше патронов. Что ж такое-то? Где лут? Ну, блин, не пускай. А где лут-то твою налево? Я не вижу ни хрена этого удачка. Горшон туда? Ну, тогда куда? В смысле ты тут вокруг да около меня водишь? Но вижу лампу. Могу включить. Да короче, блин. Может и 3 дня ходить. Крути давай. Взяли. Ну. Ну ты крути, а я под этим покоролю там. Хватит, пошли. Да хватит, конечно, нам тут можно было меньше даже. Как я понял, это станция Сибирская. Тут должен быть переход на другую ветку метро. Ну ты идешь, блин, иди же, пассатижи. Да, я, блин, как-то пройду. Ух ты. А кажется, это неплохая лампочка этих. Так вот, не бьются, это ладно. Опять та же херня, хлор. Отравились хлором, зашибись. А ну стоять. Смотри, сколько... Да ничего, я еще уже давно видел, уже все понял, иди в баню.
Как я не люблю напарников в играх этих ботов. Как они тормозят, блин, процесс. Все? Реакция. О, генератор. А, нет. Ну, в смысле, да, но нет. Артём, осмотрись тут. Так я уже, блин... Так что ты там говорил? Ну, хлор видел, да, еще дальше. Тут не пройдешь. Отсюда мы пришли. Туда не пойдешь. И что? Ну, хлор. И так понятно, что всех отравили сразу же. Да я пройду, блин. Не иди впереди меня. Ты сильно медленно ходишь. Так, по идее, если пойдем прямо, выйдем в вентиляционный тоннель, а оттуда в соседний путевой. Соседний путевой, давай, открываем. Потому что я один как бы не это. Мне как бы не дают одному. Стой. Стой! Давай подсажу. Давай туда. Малой, стой! Разговор есть. Ты сотрешусь на какой. Да стой, говорю, идти твою налево. Ладно, ты пока беги, а я это фонарик подзаряжу, что ли. Ничего тут, ну да, откуда здесь тут возьмется. Ладно. И просто банка? Просто банка, ну ладно. Точно просто банка? Точнее не бывает. А ты еще не убежал, думал, ты уже давно убежал. Как знаешь. Так, а тут ничего нигде не валяется случайно. Случайно, не специально, ничего не валяется. Лезем. А вон он стоит, смотрит. Так, ну тут лут можно не искать. Во время погони. А ну давай. И нас надо. Стоять, малый, блин. Ничего тут нет. А вы кто такие будете? Иди сюда, парень, хватит прятаться, не бойся. Да, не бойся. Ты, главное, не бойся. Стой! Артём, держи. Стоять. Куда пошел? Да стой ты, блин, бегаешь. Попался. Ты чего убегал? Ну чего молчишь, солдат? Зовут-то тебя как?
Рядовой Кирилл Хлебников, отряд специального назначения «Оскоп». А больше я вам ничего не скажу, можете сразу убивать. Хлебников, значит так, рядовой, мы не желаем никому вреда. Отведи нас к своему командиру. Как это не желаете зла? Я же из «Оскоп». Вы что, не с ними? С ними? Не знаю, кого ты имеешь в виду, но если они убивают детей, то мы точно против них. Так что можешь смело вести нас к командиру. А зачем вам к командиру? У нас важное задание. Подробности можем сообщить только твоему руководству. Так что веди. Тем более, деваться тебе все равно некуда. Как бы да. Хорошо. Только смотри без фокусов. Нам сюда! Тут уже недалеко до станции. И тут куча грибочков. Ну, проспект. Какая еще? Оттуда до института всего один перегон. Цель близко, Артём. Стой. Все чисто. Ну, идем. Вот вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? А ты настойчивый. Задание у нас. Больше сказать не могу. В институте? Так оттуда давно всю зеленку вынесли. Какие там задания? Что еще за зеленка? Блин, не успеваешь. А ладно, короче. С этой баночкой будешь 3 года прыгать. Артём с ВДНХ, я из полиса. А? А это где? Это в Москве, боец. Сейчас. Чёрт! Посадите меня! Чё, куда? Упыри несчастные. Да, ага. Ну что, еще охота? Жги гранатами! Ну идите сюда! Вот это реально скрип был. Я вообще-то нажал на выстрел, причем... Реально. Как нравится. А то. А где малыш? Куда его запхали? Вентиляцию? Он уже свинтил давно. Он уже убежал давно. Ну, и где нам его теперь искать? Ну, где-где? Нельзя было его от себя отпускать. Честно, я полковник Мельник, командир группы особого назначения. Артём мой боец. Мы прибыли из Москвы на поезде. Обалдеть просто. Подождите секунду, я ворота открою. Блин, патрон кончается. Чуть, блин, как будто так было много, их а так раз-раз, и нифига их немного, тут вообще патронов нет. А патроны я делать, кстати, здесь не могу. Здесь я ничего не путаю. Ну да, только вот на арбалет. Так и идти твою налево. Захожу, захожу. Все, спускайся. Что-то как-то быстро сильно, ну ладно. Я вас за мятежников сначала принял. У нас тут война была. Это мы заметили.
Баночка лишняя не будет. Всякий хлам пригодится. Идем, идем. О, ты уже дома? Цветочки. Уютно у вас тут. А где все? Отец на задание ушел, а больше нет. Никого. Как давно? После войны никого. Лет 15 назад? Да ладно, 15 не получится, но давно явно. Ничего себе. Ядерную войну город пережил, а вот гражданскую. Давно вы с отцом вдвоем остались? Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зеленки был, как у богачей. Так и выжили. Морской бой. Спутниковой связи принесли. Давно уже. Отец, говоришь, на задание ушел. А когда он вернется? Не знаю. Давно? Месяц назад. На связь уже 3 недели не выходит. Понятно. Знаешь, куда он пошел? Что за задание? Да в центр этот. Мы весной собирались уходить из города. Вот он за картой попадания и пошел. Говорил, с картой точно найдем чистое место. Ясно. Рядовой, нам нужно воспользоваться твоей радиостанцией. Артем, попробуем связаться с Авророй. Я пойду за картой, надо им сообщить. Аврора, как слышите? Это Мельник. Полковник, слышу хорошо. Как вы вышли на связь? Меняем план. Мы нашли выживших. Они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой. Артем в институт. Принято, полковник. Как там Аня? Все еще спит. Постарайтесь там поскорее. Катя говорит, у Ани начинается новый приступ. Она нас просто отправила. Аврора, повторите. Прием. Аврора, как слышите? Прием. Черт. Опять помехи. Артем, если его отец действительно вычислил чистое от радиации место, это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. Я пойду за картой. Когда будешь лекарство, встретимся здесь, потом вместе. Подождите! За машиной. Без антирада на улицу нельзя. Осталось 3 ампулы. Папа для выхода из города берег. Отлично, парень. Артем, ты можешь пока подготовиться. Вон, у них тут верстак, что надо. Кстати, если хочешь, бери рельсу мою. Тебе она, пожалуй, больше пригодится. Только рельсу? Патроны не забудь. Скажешь, в общем, когда будешь готов. Я, кстати, по-моему, ни разу вообще и не пользовался этим ресетроном, или как его там. Ну-ка. Артём, ты фильтр не забыл восстановить. Там будет негде. А где рельса? И тут тоже. Скажи, Кирилл, а как все же получилось, что вы с отцом остались одни? Рельса где, говорю? Зеленка. Антирада не осталось почти, а без него смерть. Дальние станции взбунтовались. Комитет послал солдат. Ну и началась война. Ну дальше кто в боях, кто при пожаре погиб. Чё-то я не понял, где там-то лесотроновая пушка. Чё-то я не вижу, чтобы где поменять её, или что-то неправильно делано. Так, что здесь? Тут все нормально, здесь. Тут это не обмен. Слышь, пушку, да? Лесотроновую свою дай. Я понял, что вон та вентиляция ведет на станцию. Я ничего не заметил. Может, она где-то положила, но я просто как-то не видел. Это внутримышечная. Введите, если плохо станет. Спасибо, боец. Вот благодаря чему они выживали все это время. Ну что, готов?
Да нет. Ну, с Богом. Помни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Алло. А... Как насчет Лесотрона-то? Понятно. Кажется, не было и не надо. Ты где? Носатый? Ох, тут сколько всего, да? О, патрончик. А, заряжено, ладно. Причем на максимум заряжено. Тут еще барахла должно быть много, потому что здесь не тронуто ничего. Если можно так сказать, ой, практически ничего не тронуто. Ну это мы сейчас исправим. Сейчас все заберем. Это пищит все, а где? Пара патрончиков лишними не будут. Где еще то что-то пищит, непонятно. Ладно, не важно. Что происходит? Тряпка мотыляется. Призраки шалят, да? Ну ладно. Еще? Ничего нет. Что же такие все, у которых ничего нет? Заткнись. И не ори мне там. Тихо. Подкачаем немножко воздух. Хватит. Ладно. Если что, я еще стрелы могу сделать, по идее. Ну как, накупался уже, по-моему, смотрю, прям до дурения. Есть что еще? Из носатых. Не знаю, вроде никого. Торговали тут советские весы. Ничего, никого. Но пищит кругом все, это да. Там можно как-то пройду, да? Что-то у кого-то где-то есть. Ой. Что-то я прям грубанул. Думаю, болты в этого закончатся. Пока хватит. Слышь, болтик верни. Это тебя касается. Кто там ходит, шлюпает? Похоже на эту. На бордель, короче. Типа мастерской, во. Не густо, но сколько есть. Туда, говоришь? Подожди пока. А ну ладно, тогда все равно в любом случае сюда. Мое. А туда я, конечно, к сожалению, не дотянусь, да они уже там и пропали. Ну и ладно.
О, на дробовик. Ну ладно, попрыгали, хорошо. О, коктейль Молотова. Дело хорошее. Да, блядь. Да не ори ты. Я хотел вообще фонарь потушить, но... Получилось, что получилось. А вы где? Ходит прямо сзади где-то. Или подо мной, непонятно. О! Как-то получилось, что я провтыкал пушку. Ладно. Почему она светится, непонятно. 6 патронов в запасе есть. Хорошо, давай. Бери арбалет. Да куда? Куда я падать не смогу? О. Как это ты оружие провтыкал? Еще раз. Во, за это понимаю. Слышь, ребятки, ага. У кого тут что еще есть? Во! А то пищит кругом, пищит, а толку нету. А вот и есть толк. Нам только надо было найти. В смысле я выстрел, блядь? Да какой нахрен дробовик возьми? Болтики мне, пожалуйста, верните. Блин, иногда этот вот пи-пи-пи-пи, вот это так за... Мягко говоря... Промахнулся, блядь, в упор. Да куда ты, блин, летишь? Я думаю, здесь где-то лут. Да что ж ты не можешь на ступеньки-то подняться? Ну вот, а говоришь, романтик. Открывай давай. Давай, прям за спиной уже стоят. Ну быстрее крути. Сейчас по жопе получишь. И не один раз. Собака сутулая. Чё так темно стало, алё, о.
общем, пошли отсюда. Есть грибочек. Стрёмненько тут. Лодочка есть. Уже хорошо. Кругом где-то что-то пищит. Так вот, где и что? Хороший вопрос. Давай хоть грибочку возьмем. Ага. Один на винтовку. Спасибо большое. Ничего нет. Ну, что-то есть, да. Пулемет. Грибочек весьма. Щелочку. Ить. Достали. О! Это вы все это время тут пищали? Уже достали пищать. Так, конечно, что-то еще где-то впереди есть. Да, блин. А, во. Здесь патрончиков. Ну, мало, конечно, но сколько есть. Ну что, поехали, что ли, на лодке? У нас-то и выбора-то особо большого нет. Садись и догребем. Свет можно было включить. Я говорю, включи свет. Спасибо. Садись и греби. Железное плавсредство. Ой, плевать на эти грибочки. Червячки. Куда же без них? Греби, Артемка, греби. Сюда, говоришь, давай. Уже орут. И никого. А грибочек? Грибочек возьму. Хорошо, хоть не за мной. Ой, блин. Плющийся. Да кто там? Вообще так на вас патронов не накопишь, если что. А ну, слышь. Не умничай мне там. Я не попал. Так, надо, наверное, вернуться назад и там огурцов этих поубивать. Да куда ты? Да как? Прям в центр попадаю. В смысле, должен был попадать, но нет. Ой. Извини. С вас химия еще получается. А, давай. Алло, ладно. Наверное, уже собрал. Может, сюда как-то? Не? А, вот там вот есть отверстие с другой стороны. Ладно, пошли. Пошли, пошли. Мяу. Мяу, говоришь. Прям в рот. Бутерброд. Блин, он не заряжается. В смысле, давление хотел накачать, а он не хочет. Ну ладно. Не крутится вентиль? Нет. А грибочка сюда можно взять? Можно. А можно пройти? Спасибо. Заткнись. Ну ты там кричи, я пошел.
Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что за вкусняшка для дробовиков? Стабильность. Да плевать мне на твою стабильность. Мне надо больше патронов. Правда, конечно, патронов я столько не это вот не смогу получить. Это факт, но здесь все затоплено. Откроешь? Красавчик. Мяу. Не знаю, как это получилось, но я, короче, позвонил сюда. Я что хотел взял, то я остальное мне интересно. Давай, давай, греби, греби, Артемка. Артемка, блин, не цепляйся за всю херню. Греби, говорю. Да какой там ты... Что-то меня вроде не трогают. Так, они же плюются. Ой-ой-ой, все плюются. Ну, блядь, поворачивай. Так хорошо начинали все. Да, блядь, убери ты это. Давай, греби. Да давай, блин. Тут где-то червячок. Пошла в баню, пьяка. Киш нафиг. Будешь сегодня ехать куда-нибудь или нет? У меня уже ствол кипит. Автомат возьми. Автомат, говорю. Да какой, блядь, возьми автомат, говорю. Уже не надо, поплыли. Давай, тюлень, блядь, шевелись. Да что ж такое, я, блядь, поворачиваю, не поворачиваю. Ты посмотри на него. Ну возьми грибочек, вот он, блин. Все, слазь мне нафиг эту лодку. Уж 3 года будешь плыть. О, фильтры. Спасибо. Че у вас тут, кроме того, что слизи все заросло? А, во. Спасибо. Это я вовремя, конечно, зашел. Мы там где-то кто-то обстреливал какой-то гадостью. Нет, я сюда, я как раз отсюда пришел. Да, только не в воду.
Стекло, кстати, треснуло. Ну вот, более-менее. Давай, побежали. Мне надо было не сюда, а вот сюда. Так куда? Прям выпихнуло. Пиявок набрал. Как дурак фантиков. Киши сюда. Так, заберем. Заберем. А вот за фильтр спасибо. 40 патронов на калаш. Бери-ка калаш. О, ну уже неплохо. 134 патрона еще запасных есть. Че, отдыхаешь, да? Огурец. Не, ну ты серьезно, да? Сколько раз я в него выстрелил? А ты что открыл? А. Я почему-то этого не видел. Внезапно. На тебе. Раздеваешь свой ворот, этот, роток. Так, сейчас понял, покрутим. Или нажмем. Бабах! Крути, 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 крути. Эти морские огурцы, блин, кругом. Так. Большой чемодан. Спасибо. Свет. Какая-то фигня. Что интересного? Что это такое? Какой-то паровой этот вот, или для отопления, что-то такое, похоже, по крайней мере. Давай, давай, пшит. Бульк. Красавчик. Что-то есть? Что-то даже есть. Целых 8 патронов. Чё, креветка? В смысле большой червячок, переросток. Верстак есть, ну вот, ну наконец-то. Сейчас эту шлему почистим, починим, то есть. О, конечно. Сколько я там раз выстрелил с того арбалета? То же самое, как с того автомата. А, тут оружие прям нормально так портится. Так, патрон на дробовик, у меня прям кот наплакал. Ты разобрал, да? Молодец. Пока хватит. На автомат. Максимум, говоришь. И хватит. Семёныч, бросай все, чтобы завтра вся твоя богатая команда была тут. У нас 2 дня не выжигать. Так все кругом в колонии. Прям по червям ходим. Эта погонь теперь еще и дерьмом каким-то плюется. У меня полный лазарет. Работать некому. Я план сорву. Так меня с довольствием снимут и
Ну, понял, да. Пошли. Грибочку возьмем. Так, тут что-то тупик, что ли? Ну, как бы не совсем, но туда надо. Наверное. Ну, или вот сюда. А слизи тут все позаросло. О, червячок, блин. Да какого... Ты там свою эту щелочку-то, пятачок свой не засовывай. Так, нормально, пошли дальше. Как тут мерзко. Заткнись. Киш. О, неплохо. Мы нашли гранату. Ну, это понятно, что вы нашли гранату. Так, мне как бы он... Как бы как-то... Вниз спуститься аккуратненько. Да вот, по паркурим немножко. Что, не нравится, да? Надо валить. Чем быстрее, тем лучше. Давай, греби. Давай, Артемка, греби. Шифти. О. Давай. Не обращай внимания на червяка. Ты меня не видел, я тебя не видел. Вот и хорошо. Собака, а? Это я, конечно, прыгнул. Да, блин, сотри свою эту пьянку с рту, в смысле, с лица. Опять мне повредили все. Можно снять эту хрень с лица? Можно. А, говоришь, нельзя? Ну ладно, как скажешь. Все. Окей. Садимся, плывем. Давай, давай, греби, греби. Ну вот, более-менее гребем. Что такое, опасный уровень авиации, что пи-пи-пи, предупреждение было? Кажется, выбрались. Радиация усилилась. А что там, а? Хорошо, спасибо, что расчистили. Призраки кругом. Это нормально. Что происходит? Артём, вставай. Одна? Ты откуда взялась тут? Это упырь какой-нибудь. Или жмурик. А куда она делась резко вдруг? Галюны они такие. Может, ты применишь аптечку, не? Не нажимается.
А вон. А, она рядышком лежит. Слухая. Зеленочку все вкололи. Исчезла. Все как рукой сняла. И в глазах развиделась. Можно как-нибудь применить аптечку? А еще новую надо сделать. И не одну. И где кто? А, вот чемодан. Это... На хорош там мельтешит перед глазами, не вижу ни хрена. Да давай уже шевелись. Вот дело. Что там у нас? А, без надо валить отсюда. Пройдешь? Спасибо. Ничего нет. Гитарку можно было бы забрать. Ну, нормально, да. Ближе подходишь, если раз, дальше отходишь, появляется. Так все прямо работает. Именно вот так. Ох, не нравятся мне эти звуки. Это эти, как они? Хотел сказать контролер, но нет. Библиотекари, по-моему, если ничего не путаю. Чего здесь забыли? Либо это аномалия. Про меня это просто аномалия проходит. Ладно, я пойду. Устанешь ждать. Да, библиотекарь это он и есть. Они так все время разговаривают. Бляха. Я думал, это кальян этот. Это не кальян. Ну, похож немножко. Корточки. На кошку похоже немножко. А под фильтр? Не откажусь. Можно уже противогаз снять? Нет, нельзя. Тогда побежали. Ну давай. Снег глубокий. Осколки.
Вот это выстрелил. Ага, вот и лапа контролера. Тук, опять контролер, блин. Библиотекарь. Блин, а? Его, во-первых, не так просто убить, этого библиотекаря. Вообще ни разу не легко. Дай книжку. Так, что здесь? Ничего. А куда нам дальше? Явно не сюда, потому что пройти здесь как бы некуда. Блин. Где-то я не там свернул. Или просто не туда пошел. Что такое, ствол опустил? Пригорюнился. Скидка. Какая еще такая? Лучше туда пролезем, эту щелочку. Она тут не я. Явно не просто так. А, в соседний туалет? Ну ладно. Это я возьму. Они тут и жили в туалете. Жили, не то жили, но недолго, правда. Куда тут, блин, пищишь тут все время? Где здесь лут-то? Ну ладно, в принципе-то. А, это уже время много, так что на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.